Давайте-ка перепройду. Ой, готово. А эту... Так. А вот, чуваки. И, как вы видите, я играю в Cuphead. Да, как бы... Никто меня за язык не тянул, но я буду играть. Я заново. Любите игрока. Cuphead. Сейчас буду еще историю вам читать. Это не трудно. Все-таки решила в Cuphead сыграть. Как Булли, я хотел в Булли сыграть, надо было потом, блин, а чё, я должен 100 сайтов перелазить, чтобы нормальную игру, то есть это, чтобы нормальную игру эту скачать? Не. Что-то игра не работает. О, неужели заработало? Давным-давно на волшебном Чернейном острове жили-были два брата, Чашек и Кружек. Они росли без забот под присмотром мудрого старого чайника. Однажды братья избрались далеко от дома и, несмотря на все предупреждения старого чайника, отправились в казино дьявола. Чашечку и Кружечку понравилось в казино. И, как всем новичкам, им особенно везло. Вот это да, воскликнул шестигранный король ушлый менеджер казино. Вы только посмотрите, как этим парням везет. Неплохой заход, парни, засмеялся новый игрок, и братья взорвали, с ним за столом сидел сам хозяин казино, дьявол. А не хотите поднять ставки? Еще один выигрышный бросок, и можете забирать всю выручку казино. Искушал дьявол. Но если проиграете, я получу ваши души. Идет. Азартный Чашек кивнул, схватил кости и сделал бросок. Господи, Чашек, не надо! Вскричал осторожный Кружек, но было уже поздно. Это двойка, засмеялся дьявол, стуча хвостом по полу. Вы проиграли! Братья прижались друг к другу, дрожа от страха. А теперь гоните сюда ваши души. Чашек и Кружек умоляли дьявола пощадить их. «Ты должен же быть другой способ покрыть долг!» — промотал Кружек. «Пощадите нас, мистер Дьявол!» — добавил Чашек. «Можете и есть!» «А, может! И есть!» «А, может и есть!» — фыркнул Дьявол, доставая свиток пергамента. «Тут у меня списочек должников, которые сбежали, не расплатившись. Если вы выведете из них души для меня, думаю, моя кухня обойдется без двух кружек!» Но тут вот, если они правильно перевели эту шутку, типа кружки. А теперь марш! Крикнул дьявол, и охрана выкинула братьев за двери казино. И помните, если вы не успеете собрать души до полуночи завтра, я заберу ваши. А тут игра не на время, так что... Чашек и Кружек поспешили унести ноги от казино. Вот на эксперте тут время идет. Слушай, Круж, оценила Чашека. Надо найти старого чайника, он наверняка подумает, как нам спастись. Да, приятель, попал ты в переплет. Я вижу, тебе не по нутру плясать под дудку дьявола. Но если бы ты отказался, я бы битого блюдца за твою голову не дал. Так что делать нечего, собери эти договоры. И будь готов ко всему. Например, что даже самые мирные должники не отдадут свои договоры без боя. Предвижу, они превратятся в жутких монстров. Вот зелье, которое не даст им взять вверх. Оно наделит выпавшего сверхволшебными способностями. А теперь иди к моему письменному столу и воспользуйся магической чернильницей. И да начнется битва. Тут слишком быстро все, чуваки, происходит. Я уже и так все умею делать. А. Супер, тут супер скорость. Я думаю, вас она на FPS пипец как просядет. Пригнуться, понятно, прыжок. Рывок. Я уже... Спуск, ага. Выстрел. Стрельба с места. Ага. А, да. Угу.
Не, чуваки, ну нафиг, я не собираюсь. Я не собираюсь, я супер скоро случай отключу, ну он нафиг. Да, чуваки, я играю с читами. Проблемы, да? Лучше комбо делать. Ну и ладно. Да, воскрешение убитого товарища. Спецатака, понятно. Монетки. Больше никогда не буду включать суперскорость, это не обсуждается. Но чтобы пройти дальше, тебе нужно расправиться со всеми должниками. Шевелись! Ага. Выход. Да, если я с читами играю, то вы что-то заподозрите. Я честный, чуваки, я вот... Пипец, как какой честный, я вот... А вот как туда-то попасть? Я же вижу, там что-то есть. Обойти-то не ладно, фиг с ним. Ну к этому чуваку... Короче, я никому не хочу подходить, пускай все идут нахрен. А вот шоп... Стоп, а у меня же... Да, использовать shift. А, у меня ничего нет, ну и ладно. Как... Эскейп назад. Ой, сколько тут, ладно. Зайдем-ка мы в магазин лучше. Свинотека, войти. Постараюсь как можно больше тут пройти. Welcome, орудие, спец, ага. Буду все покупать. Буду все покупать. Все буду покупать. Чувак, я все у тебя куплю. Все, чувак, я разорил тебя. Мы сейчас на всех, хотя какой смысл-то? Эй, парни, чтобы использовать купленные прибамбасы, их нужно экипировать. Открывайте меню снижения. Да знаю я это уже. Меню снижения shift, ага. Офигеть, у меня все тут есть. Но я сначала на этом поиграю. Удар 2. Спецатака. А тут ничего нету, спецатак. Ну и ладно, навык. Понятно, будем по одному, список. Мир 2. Окей. Ну чё, идем сюда? О, дайте-ка сюда. Чё это? Цветы жизни. На обычном. Тут надо, вот боссов надо на обычном проходить. Смена оружия. Нокаут. Что-то быстро. Ну и ладно. А парирование-то я не использовал. Ну и ладно. А плюс. Вы прикиньте. А плюс. Капхэт. Овощи банда. Договор даже, да, душу. Вообще банда получен. Всё.